Пула – тканный пояс-валик, неотъемлемый элемент эрзянского народного женского костюма, хранится в фондах музея-заповедника «Родина Ленина». Пулай выполнен из конского волоса и шерсти и весит около 5 килограмм. Пулай носили на бедрах поверх рубашки. В его основе прямоугольный кусок войлока длиной 20-30 сантиметров. Лицевую сторону украшают вышивка, плоские пуговицы, раковины, бахрома из медных цепочек и цветного бисера. Чтобы нити не путались, пулай вымачивался в специальном растворе. Взрослая женщина не могла появиться на людях без пулая, что было равносильно появлению без одежды. Пулай имел сакральное магическое значение и выполнял защитные функции оберега.